Привет! Возможно, сегодня мир конкурсанток изменится, потому что сегодня над нами будут проводить эксперименты. Запомните меня такой, потому что что-то мне подсказывает, что больше я такой не буду. Здесь на новой волне постоянно происходит что-то невообразимое. С нами проводят эксперименты, нас испытывают. Что-то впервые у парикмахера, у меня что-то страшновато. Процесс пошел. Сначала началось преображение физиономического. У меня появились четкие, конкретные брови. Теперь руки превращаются в что-то похожее, видимо, на руки, потому что раньше я об этом не задумывался и думал, вполне себе нормально ходить с черными ногтями, оказывается, нет. На сцене это выглядит как-то неуместно. С нами работают топовые стилисты и визажисты. Наверное, за результат не стоит переживать. Но все-таки я волнуюсь. Александр Давидович с самого начала сказал, что вы расслабьтесь и получайте удовольствие. Не надо задавать вопросы. Просто. Если вам говорят что-то, что нужно делать, то спокойно на все это реагируйте. Всю жизнь бы так жила. Тут уже все нормально. А что там, я это не знаю. Лен, ни для кого не секрет, что вы являетесь звездным стилистом. Скажите, что самое сложное при работе с состоявшимися артистами? Самое сложное, наверное, создать безопасное пространство, найти достаточное количество времени для того, чтобы спокойно подготовить артиста к важному выступлению. Сейчас самый важный момент в моей жизни. Процесс был волнительным, результат неожиданный. Смотрю на себя, себя не узнаю, но мне нравится. Приключения конкурсантов новой волны продолжаются. Все самое интересное впереди. Оставайтесь с Муз-ТВ. Пока-пока. Всем привет! У меня для вас очень важная информация. В этом году сцена «Новой волны» переехала из Моорпорта в легендарную Олимпийскую деревню. И я считаю, что это здорово, потому что Сочи настолько красивый и колоритный город, что на одном месте здесь задерживаться не стоит. Так давайте же выясним, что мы, конкурсанты, знаем о Сочи, а жители Сочи знают о «Новой волне». Какое музыкальное событие проходит сейчас в городе Сочи? Новая волна. Новая волна. Новая волна. Новая волна. Конкурс юных талантов. Ну, не юных вообще, талантов. По всему городу расклеены разные афиши, все ее очень ждут. 2 года назад перенесли с Юрмалы к нам в Сочи. Я, например, только за, что у нас новая волна переехала в Россию. Поддерживаю. Здорово, красиво, достойно. Это грандиозное событие для города Сочи. Поток новых людей, новых эмоций. Хорошего настроения, всего такого, что-то такое. Я знаю гостей, которые приедут туда. Меня интересуют мужчины. Я ожидаю, конечно же, всех звезд, которые да, очень сильно удовлетворяют женщин. Киркорова мы не ждем. В плане музыкального таланта. Хочу попасть, а не мечтаю. Ну, хочу увидеть Нюшу, самое главное. Нюша, я тебя люблю. Я была в Сочи, когда мне было лет 12, но с тех пор очень все изменилось, все стало намного красивее. Город новый, город прекрасный. Я знаю, что Сочи – олимпийский город, и что до Олимпиады здесь ничего не было. Живем мы в самом центре событий, в Олимпийской деревне, как раз-таки где происходило все в 2014 году. У меня здесь живут друзья, которые в этот раз даже немного приуныли, что я не могу зайти к ним в гости, они не понимают, что мы здесь работаем вообще-то с утра до вечера. Привет, Андрей. Привет, Андрей, не приеду я к тебе. Здесь много солнца, как и в Вьетнаме. Большое наличие различных кухонь. Горнолыжный курорт хороший. Это город, который вот вдохновляет меня. Я определенно еще приеду сюда в отпуск. Смотрите Муз-ТВ! Лучший музыкальный! Не местно, не понимаю пока еще здесь, что происходит. Может, видели афишу «Новая волна»? Нет. Нет? Нет. А куда надо идти потом поучаствовать? В Олимпийский парк. В Олимпийский?
и там будет круто. Да. Что вы знаете о конкурсе «Новая волна»? Ой, знаешь, что она проходит в Крыму. Да? Правильно, нет? Нет, в Сочи. В Сочи?